А, ну вот я про что и говорил. Здесь гидроусилитель, поэтому более привычный, чем гидроусилитель. Поэтому есть какая-то информация от руля. Более динамичная, приятная в салоне, ну, по крайней мере, визуально. Ну, более привычная все глазу. То есть она больше похожа на японский автомобиль. То есть все эти поворотнички там и все такое прочее.